Твое мнение мне абсолютно не интересно. Поэтому, если ты хочешь его высказать, выскажи кому-нибудь другому. Окей? Спасибо за подписку. Что почем? По поводу? Да без грязи. А с чем ты хочешь пообщаться? По поводу чего? Понял, это дуже классно. Дякую. Привет. А ты умеешь садиться на бутылку? Что вы за долбоёбы какие-то заходят? Боже, Юра зашел, спасибо. Нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь от подарков. А кто это такой? Можно вопрос? Сколько тебе? 22. На носу ничего, в носу пирсинг называют, если ты не знаешь. Видишь, Юра, не могу уснуть. Встала пописать. И все. А что это такое? Я Саня с Бахмута. Ты сказала, что ты Житомира. Привет. Повезло хлопцу твоему. Спасибо. Спасибо за подписку. Юра, чё не спишь? Спасибо за подписку. Привет. Да я знаю, что тут не некоторые люди, поверь. Бывают такие заходят, что просто ужас. Спасибо за подписку. Привет, можно познакомиться? Смотря то, как ты пишешь, то нельзя. Тебе очень идет. Благодарю. Привет с Кореи. Привет с Украины. Юра, чё молчишь? Я люблю Украину. Поверь, я тоже. Мне 20 лет. Ну окей, я думаю, в 20 лет можно было бы уже научиться писать правильно. Что-то не спится. Да мне тоже. Привет, Манюня. Здравствуй. Только я ненадолго, мне 30%. Разрежу телефон и буду дальше спать. Сегодня уже купили все. Для этого забора. Завтра еще эти листы. Юра, мой преданный поклонник. Спасибо тебе большое. Спасибо, правда, мне приятно. Фиат, спасибо за подписку. А что ты? Кто ты? Кто ты? Ничего не поняла. Кого пошел? Спасибо большое. Спасибо за подписку. Ну, это Тимур. Ну что это, Тимур? Я не понимаю, что он хочет от меня. Красивая, благодарю.
Запутали вы меня, я не понимаю.